Як святкували Новий рік представники різних національностей, які здавна населяли територію сучасної Миколаївщини? Про це у рубриці «Вперед у минуле». Всегда готовились люди к праздникам. У хозяек это заключалось в уборке дома. Очень часто там подбеливали хату, если это было необходимо. Ну и обязательно убирали внутри. 12 блюд, да, свят вечер, а на само Рождество уже и более обильные мясные блюда были на столах у наших николаевских жителей. Доволі популярною була традиція щедрування. Молодь співала щедрівок, звеличували господарів, бажали гарного врожаю. На Новый год было принято ходить с переодеваниями, так называемые ряженые. Особенно это было вот распространено в русских селах нашей Николаевской области, когда переодевались в различных персонажей. Если украинцы там Маланка и Василь ходили, то россияне переодевались и в медведя, и в козу, переодевались там в цаплю. И вот такие вот разыгрывали сцены, которые были тоже связаны с хорошим урожаем. Тернівка – зараз частина міста. А раніше – болгарське поселення. У них тоже были особенности празднования Нового года. Ну, допустим, пекли специальный пирог, в который запекали фасоли. Ну, и вот, когда разрезал хозяин этот пирог, кому доставалась часть с фасолью, тому Новый год обещал большой и урожай, и много радости, и здоровья, и так далее. Новий рік представники єврейської громади і дотепер святкують у вересні за місячним календарем. У них є свої традиції. Вот такая вот особенность в синагогах и в домах возвещают о том, что пришел Новый год, тем, что трубят в рог бараний, коровий, называется этот рог шафар, звук такой протяжный, долгий. На Миколаївщині проживало і чимало німців-переселенців із південних земель Німеччини. Вони переселилися сюди на початку 19 століття і принесли свої традиції. Мы знаем, что елку на Новый год в Российской империи не ставили, что это традиция, которая пришла к нам как раз из Германии. И вот у некоторых колонистов в домах можно было увидеть елки, украшенные не стеклянными, не ватными игрушками, как мы думаем, а самодельными игрушками, сделанными из соломы, сделанными из бумаги, конфетами, там, пряниками, орехами в золоченой форме. Представники різних народів здавна уживалися на цій території. Вони не тільки зберігали свої національні особливості і колорит, але й взаємозбагачували традиції і культуру сусідів.